Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу только дорога цветов. Ну, друзья, сегодня 14 февраля, 15. Чуть только солнышко пригрело, и пчелка сразу же начала себя вести более-менее активно. Видите, уже такой микрооблет происходит. Вот буквально вот к вечеру солнце выглянуло. Ну как к вечеру, 3 часа дня сейчас. Ну, пчелка начала проявлять активность. Начинает вылетать. Но не во всех ульях. Завтра будем раскидывать снег. Потому что на следующей неделе обещают до плюс 6. Вообще говорят, что снег даже может растаять весь. У нас тут немного снега набросало в этом году. Спросите, какая область? Это Владимирская область. Так что вот начинает пчела активничать. Погода замечательная. Так что, видите, солнце вовсю светит. Ну вот, в одном-двух ульях пчелка начала уже движение. Все, ребят, я думаю, что мы перезимовали. С хорошей погодой, я думаю, что мы на следующей неделе облетимся. И я покажу, что я делаю дальше с нашими открытыми дониями. Все, ребят, всем пока. Снимаю на мобильный телефон. Сотовый сел. Сотовый, говорю. Фотоаппарат сел. Поэтому вот так. Ладно, всем пока. Если будет завтра облет, то я обязательно сниму и покажу вам. Дивно.